В Америке кредит на машину – это халява. Даже вшивый иммигрант, который работает в доставке в Калифорнии, может позволить себе гибридную Toyota Corolla. Ба-бам! В Лос-Анджелесе гибридная Toyota Corolla новая при наличии документов обойдется $300 в месяц. А это легко проверить. Заходим на официальный сайт Toyota. Выбираем Corolla 2024 года, гибридную, в самой минимальной комплектации. Ее цена $24,395. В эту сумму, конечно, нужно посчитать дополнительно налог, который может достигать 10% от стоимости машины. Это переднеприводная Corolla 1,8 литра, гибридная на автоматической коробке передач CVT, а точнее вариатор. За доставку они берут дополнительно $1,095, плюс, конечно же, включат еще налог. Это $2,500 экстра. Кредит на 60 месяцев, а точнее на 5 лет, без первоначального взноса и с хорошей кредитной историей будет стоить $512 в месяц. Но по факту цена будет чуть-чуть больше. Да и скорее всего такой Toyota не будет в наличии. А выбирать придется из того, что есть. И цена будет выше. И ты еще забыл сказать, что страховка этой Corolla обойдется минимум $200 в месяц. Итого получится больше $700 платеж за машину в месяц. Да вот так. Поэтому прежде чем брать кредит, подумайте, нужен ли вам автомобиль в кредит или лучше подсобирать наличные и купить автомобиль подешевле. Ведь сейчас в США не самая дешевая кредитная ставка. Переплата за 5 лет составит 50% от стоимости машины. Если проезжать в день 200 миль и работать 30 дней, за год это будет больше 70 тысяч миль. А за 2 года эта машина превратится в металлолом. И может получиться так, что машина на рынке будет $10,000, а банку остаток $25,000. И получится, что невыгодно пить за кредит. Да и машина начнет ломаться.